Чебоксарах задержали депутата городского собрания. Его обвиняют в организации убийства. По версии следствия, он заказал киллеру своего партнера по бизнесу. По версии следствия, в октябре 2016 года в городе Чебоксары обвиняемый из личной неприязни к своему знакомому, с которым они являлись соучредителями коммерческой организации, с целью организации его убийства, собирал сведения о частной жизни потерпевшего, после чего организовал их передачу исполнителю убийства. Вечером 25 декабря прошлого года в северо-западном районе столицы республики тот произвел с потерпевшего один выстрел из обреза ружья, однако промахнулся. В результате совместной операции, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, исполнитель убийства был обезврежен и задержан на месте преступления. Причастность 41-летнего обвиняемого к организации покушения убийства по найму удалось установить в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении исполнителя указанного особо тяжкого преступления.